Включаем запись, получается, и все, наверное. Ну да. Я не помню, чем я занимался. Блять, я вспомнил. Я занимался поиском инструментов, сука. Для этого кардана долбаного. Будет, будет. Еще не вечер. Все потихоньку. Полтора-два часика Раста. Сейчас также сталкера. И потом можно будет в майн заскочить. Куда-нибудь, не знаю, на скайблок какой-нибудь. Хотя скайблоков нормальных не осталось толком. Так. До свидания. А хотя, может, не знаю, может просто ванилу, блядь, запущу в Майнкрафте, да, блядь, ванилу побегаю. Давненько меня там не было. Так, стоять. Так, ну тут я инструменты забрал, в принципе. Так, тут у нас где инструменты вообще могут быть? Тут вряд ли. Пиздец. Ага. Понятно, есть один нюанс, блядь. Мне остались только инструменты для калибровки, они все в Припяти. Пизда. И как играть, блядь? А я хер знает, на какой версии. Я на тлаунчере. Все, что могу сказать тебе о Майнкрафте, который у меня на компе. Здравствуй. Чё, все, наверное, иду на завод, собираю документы, ищу карты и тащу их этому проводнику сраному. Да что прятать-то? Прятать нечего. А, чё, я пойду азоту отдам для этой, для тонкой работы, инструменты. У него же нет, наверное, таких еще. Блять, не в ту сторону, что ли, пошел? Не в ту. О, привет!
Давай. О, слушай, а ты-то у нас что-то можешь, да? Так, от электрички я больше страдаю, чем от термозащиты. Так, это вкачали. Это вкачали, в принципе. Ну, вроде как все получается. Надо набор инструментов для калибровки, и тогда я смогу в экзоскелете бегать. Так. Это что получается? Патронов у меня нету, да? Надо тогда патронов взять. И можно чесать в путь. И поспать, наверное. Здорово, здорово. Чувак, ты чё, блядь? Алё? Где мои патроны? Время дорого. Рассказывай. Где? Подожди, вот он. Пошли обратно. Здравствуй. Бля, вот и мотайся теперь, зараза. Здравствуй, сталкер. Так, надо посмотреть, может он что-то сделать сможет, не? Еще надо к ученым с броней сходить. Нет, он ничего не может сделать, окей. Во. Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай. Нет, проваливай. А, у меня деньги кончились, блядь. Вот это как-то сейчас очень не очень. Иди, нечего тебе тут делать. Ладно, в принципе. Окей. А, так я и не уйду, блядь, без денег. У меня ж этот бабки берет.
с меня. Пойду продамся. Да, привет, привет, Альф. Давай, да. О, здорово, кто там еще прибежал? Так, ну, на дорогу обратно есть, скажем так, окей. То этот же, блядь, без карт меня бесплатно отводить не будет, где он? Вот он. Ну, привет. Да привет, дай уже. Ну, блин, сочувствую, чё. Так, по патронам. По патронам все в порядке. Ой. Только калашовские не продал. Подходи, брат, у меня как... Ты заглядывай, тут весело бывает. Ну и все. Теперь на Юпитер. Бля, вот на. Ебать, не ту кнопочку чуть-чуть нажал. Бля, вот этот желтый прицел не надо было ставить, конечно. Ну ладно, уже поздно. Да, вижу. Я забыл, что прицел ломается, сука, этим улучшением. Теперь оно вот такое ублюдское, желтое. Ах.
Так, а что у нас на заводе? Я уж не помню. А, облава там будет пока. Документы сейчас буду собирать. Придут эти, блядь, монолитовцы сраные. Вот по этому корпусу бегать будут со мной. Точно, вспомнил. Бля, по-моему, тут где-то еще инструменты все-таки есть. Причем это где-то, по-моему, вот здесь, блядь, должно быть. Бля, я сейчас открою интернет, открою, блядь, карту нахуй и посмотрю просто. Все это пиздец, блядь, с теми инструментами сраными. Ну, он якобы контрастность выкручивает, но он просто, блядь, делает ощущение, будто мне кто-то нассал, блядь, туда. Типа, ну... Я хуй знает. Насколько это красиво должно быть. Сейчас самое интересное начнется. Все, скрипт активирован. Сейчас как только на радаре появятся цели, значит мне пизда. Нормально. Хуля. Не так высоко и было. Такие звуки, конечно, в сталкере вообще. Ночью, если играть, обоссаться можно, блядь. Будучи взрослым мужиком при этом. Бля, я, по-моему, проебал вход. Ну да, абсолютно верно.
Ой, сейчас я скрипт раньше времени активирую, блядь, своими шатаниями. Пойду, короче, туда, куда просят. Бля, они издеваются, что ли? А, ну все, на завод теперь. Идите нахуй, занят я. Куда, блядь, исчезла? Нихуя ты прыгаешь? Начинается самый интересный момент с кат-сценами, короче, всякой такой интересной штукой. Погнали. Бля, все, я ускориться пытаюсь. А, конечно, начинается, ебать, да. Тут же, блядь, только выход. Вот теперь началось. Только я не помню, как, блядь, попасть туда, куда надо. А, все, я попал туда, куда надо. Ну шо, кат-сценки. Так, после запечатывания путепровод заполнили газом. Окей, запечатали газом. Это мы помним. Это мы прекрасно... Подожди, блядь, я обратно сейчас вернусь, да? А, нет, все. Да, да, конечно, блядь, конечно, ага, сейчас, блядь. Разбежалась, нахуй. Ай, блядь, давай, иди сюда. Где ты там, сука, хрюкаешь? Еба, красиво какая. Вс
Все, отхрюкалось. Надо тайник забрать. Жопный вот этот, блядь. Вертолетик. С электроникой здесь то же самое. При этом система защиты от выброса цела. Что же это было? А, путепровод как раз, все, я понял. А он только выбраться бы мне отсюда теперь. Подожди, куда меня, блядь, ведут-то? Подожди, а это чё? Бля, ну вы конченые, что ли? Я, блядь, только оттуда. А, погоди, это там это соседнее помещение с этим, с гаражом, я так понимаю, где выход через тачку. Да? Да, походу, правильно все. Да я, блядь, тупанул, не туда попёрся. Вон туда мне надо. Ёбаный лабиринт, ты псари. Все, да, вот, вот теперь я там, где надо. Угу, путепровод, по которому мы поедем в Припять. Здесь вход в путепровод. Если запустить генератор, получится открыть транспортный шлюз. Ну, генератор имеет у нас азот. Хорошо управляет. А вот он этот шлюз. Лифт сраный. Надо теперь выход еще найти через эту тачку сраную. А, вот он, походу. Да.
Схема путепровода Припять-1. Вот и доказательство. Подземный путь в Припять существует. А то есть, блядь, огромный люк нахуй на заводе тебя не смутил, блядь, да? Вообще ни грамма. Ой, блядь, туда же лезу. Все, на выход получается. Да. На всякий случай. Вдруг кто-то что-то спрятал. Ой, блядь, собакин. Блядь, не одна, да? Кстати, F5, блядь. Самое главное в этой игре, блядь, не забывать вовремя сохраняться. Высококонтрастный, но нихуя не высокоточный. Понятно. Бывает. И у меня конфетки, шоколадки там на кухне лежат. Да у меня уже третий день зуб болит. Надо бы вылечить, съездить, а я все никак чуть не соберусь. На самом деле, вот эта помойка мне не нужна. Понятно. Это вот получается сейчас в игре начинается самый такой интересный момент, по сути, потому что сейчас будем собирать пати себе в Припять. И там уже будет все самое интересное. Это погоня за стрелком, не за стрелком. Вот это раскрытие. Я еще, кстати, к монолитовцам не подходил, блядь, ни разу. Ни разу за 10 часов игры, блядь. Так, оазис у нас здесь. Монолитовцы вот здесь. Блядь, нет, не пойду нахуй далеко в пизду. Пускай тусятся там. Их, конечно, можно было бы либо ученым сейчас багрить, либо долгу. Потому что я долгу, по-моему... Нужный квест сдал, да, нужный квест сдал с этим, с основателем, получается, который в аномалии застрял там со своей бригадой и застрелился. Давай, давай, я тоже сейчас, наверное, пойду пару бутеров себе захерачу.
Блин, экзач, конечно, прикольно, но не прикольно то, что первое время ты в экзоскелете без бега как-то должен справляться вообще. Такое себе прям. Два дня не стримил. Зашел в топ и посмотреть, что там в топе творится. Я охерел, короче. Там вообще меня так далеко все обогнали. Я думаю, ну ладно, что, наверстаем. В итоге сижу в этой... я понял. В итоге, блядь, сижу, сталкера стримлю. Репутации, блядь, больше, чем от помойки. Хотя стримлю в раздел помойки. Что самое прикольное. Вот так вот, блядь, это и работает. А, я понял. Не, у меня с модами не пойдет, скорее всего. У меня компуктер слабенький, на самом деле. Ну, типа, то, что мне надо, он тянет, в принципе. Так. Бывай. Здравствуй. В смысле, а чё, блядь, у меня с квестами случилось? Да инструменты нахуй не нужны. К этому сходить, к Зулусу. Все, я понял. Пулеметчик наш. Время дорого. Попутного ветра. Точно, я про пулеметчика-то совсем забыл. Кто ж мне потом пулемет свой подарит, если не Зулус? Единственное, этих долбоебов надо будет как-то, блядь, в живых еще оставить. Потому что они ж там, блядь, начнут в этом в путепроводе хуйней маяться, блядь, под пули лезть, блядь, и всякое такое. А с этим долбоебом сейчас еще и пить придется. То он же, блядь, на трезвую не умеет разговаривать, блядь, как кардан. Блять, что залезть к нему надо, нахуй. Так, где-то у него тут водка должна быть. Ни с чем пока что, подожди. Сначала надо водки напиздить. Все, напиздил. Ну давай попиздим. Ай. Здорово, брат, привет. У меня к тебе важное дело. О, раз дело важное, так садись, выпьем. Ну давай выпьем. Блять, я неудачно подошел. Я не буду задавать лишних вопросов, откуда ты достаешь, блядь, бутылку. Так что ты говоришь за дело? Я собираюсь идти в Припять через подземный путь под заводом Юпитер. Азот может открыть туда вход. Ха. Пройти в Припять под землей, а это мысль. Надо за это выпить. Выпьем. Алкота, сука. Команда нужна, бля. Команда, да? Эх, хорошо пошла. А ты что же, в такое путешествие один собрался? Не, так не пойдет. Я с тобой пойду. И еще нужно кого-то прихватить. Пара надежных людей в таком рискованном деле не помешает. Так, ну давай, Азот посоветовал собрать отряд. Вот это правильно. Давай-ка мы за это дело. Твое здоровье. Ой, бля, я не могу, это так угарно, конечно. Все? Или еще что-то? А, еще что-то. Ух, холодненькое. Отряд — это правильно. Надо, чтобы хотя бы человека три было. Есть кто на примете?
Найду. Еще нам понадобятся костюмы с замкнутой системой дыхания. А, ну тут перечисляют все, кого я могу, в принципе, взять. Ну, типа, забей, хуй, найду, все нормально будет. Только костюмы надо. Да, безопасность прежде всего. Значит, насчет снаряги. Со мной все в порядке, у меня комбез что надо. А вот для остальных надо будет поискать. Такие штуки тут попадаются редко. Ну, вздрогнем за удачный поиск. Вздрогнем. Нормально. А мы тут уже, блядь, пятую бутылку, наверное, раздавливаем. Так. Ну, вроде все и обсудили. Теперь главное в подземелье этом не заплутать. Ага. Об этом не беспокойся, у меня схема есть. Ну что, тогда давай выпьем, чтобы все удачно обернулось. Будем? Будем. Ай, бля. А, ну вот, меня пересадило от него. Так, ну чё? Иди нахуй. Короче. Угу. Всё? Всё, вот он его пулемет, который я потом себе заберу. Ну, точнее, он мне отдаст его. Я его от кровососов там в Припяти потом спасу, типа, и он такой, еба, братан, ну на тогда тебе пулемет. И все. Бля, мне вот интересно, может тут телепорт в окне у него есть? Не? Нету. Ладно. Тут просто на крыше телепорты есть. Вот на том здании. Вот на том. Блять, показал отлично. Вот на этом здании телепорты есть. В Припять причем. Один в Припять, другой на Скадовск туда. Так, пойду до ученых дойду, проверю, что у них там по квестам осталось. И в принципе, наверное, на этом все. По этому стриму. Потому что на следующем уже начнется самая-самая жопа, блядь. Это вот это сбор команды и вся подготовочная вот эта вот, блядь, суета. Еще надо будет этих придурков привести либо ученым, либо долговцам, которые монолитовцы бывшие. Ой-ой-ой. Потому что от ученых я, по идее, не замеры, ничего еще не ходил делать. А замеры это один из основных, по идее, квестов у них должен быть. Если замеры пройдут неудачно и вся команда поляжет, я как раз сюда монолитовцев смогу привести. Если же все пройдет удачно, то я хз. Привет. Ну, здорово. Можешь что-нибудь накинуть? Может, смотри, пси-защиту может ебануть плюс 30. Хорош. Стволы ты только чинишь, да, у нас, да. Давай, давай. Так, больше вопросов не имею. Бла-бла-бла, давай. Пока. Здоров.
Чего тебе? Зашлёпу Фредди. Ля, все три собрал. Нет, я не хочу, блядь, помогать. Блядь. Так. Да, давай, давай. Тебе тоже хорошего дня. А я пойду самый конченый квест выполнять, короче, от ученых. Сейчас выполню его и как раз стрим потом офну. Давайте, блядь, кончелыги ебаные, собрались и пошли. Слушаю тебя. Ну, погнали. А у меня кот тоже долбоёб. Нормально. Блять, я не помню, на какую патроны переключаются. Ну и все, это теперь на полгода нахуй. Уровень альфа, бета и гамма излучения замерен. Ну у меня в принципе пистолет как дробовик. Чуваки, спокойно, ждем врага. Электромагнитное поле сканируется. Ебало свое, заткни и следуй быстрее, блядь. Да, конечно, экшен, блядь, самая геморройная миссия. Они тут еще багуют, пиздец. А, там еще кровососы бегают, походу. Угу. А, ну, либо так. Тоже нормально, чё. Акустические данные зафиксированы по двум диапазонам. Блять, где ты, блять, помираешь, долбоёб? А, тебя уже вылечили, да? Где? Свинью слышал только что. Блять, тут эти кусты ебаные еще. Вот они. Акустические данные по всем диапазонам получены. Давай, прикрывай нас! А вы, блядь, на кой хуй автоматы с собой тогда берете, придурки? Давай, прикрывай нас! Эй, ты куда делся? Возможно, еще не все. Куда? Погулять, ёпта, пошел. Да твою ж мать, ты где? В пизде, блядь. Тебе, долбоёб, зачем автомат, блядь, дали? Где ты, где ты? Я вообще-то с пистолетиком. Да, они, блядь, там вон бегают, сука, за аномалией. Да в смысле помираешь? Кто, где, блядь, помирает? Еще чуть-чуть. С измерением торсионного поля почти все. Бля, одного загрызли. Да им похую на тебя, ты понимаешь? Похую вообще. Они же замеры делают. Где, блядь, хрюкают? Эй, ты куда делся? Сканирование торсионного поля закончено. Так, сработает здесь все. Где еще, блядь? Хоть к чертовой бабушке.
ловушки, но выбираться. Еще этих придурков главное не перестрелять бы, блядь. А то они ж обидчивые, ёптать. Не расходиться, ждем. Такие вот они тут друзья, да, блядь. У них товарищ лежит, орёт, загибается, а им похую. Так это, блядь, это типа только первая локация, там их несколько, блядь. Но остальные все намного лучше. Вот это самое пиздецкое, потому что тут забагать могут исследователи эти ебаные. Вот хули ты гуляешь, блядь, а? Где эти, блядь, долбоёбы? Ты, блядь, будешь исследования проводить, нахуй, или как? Ты долбоёб, ты всё, что ли? Всё, повезло. Даже не забагали. Эй, кто-нибудь, мы там раненого оставили. Чем раньше закончим, тем целее будем. А, давайте. Делайте замеры, пойду, блядь, зомбированных отстреливать. Вы ж сами не догадаетесь, блядь. Замер пошел. Я слышу. Они уже идут. Но где, не вижу. Уровень альфа, бета и гамма излучения замерен. Вижу. Электромагнитное поле сканируется. Еще слышу. Рядом где-то, походу. Не, это этот топает. Вон они. Сканирование электромагнитного поля закончено. Давайте, пацаны, блядь, сканируйте. Да тянет, наверное. Акустические данные зафиксированы по двум диапазонам. Вижу. Точность, ебать, просто мега. Акустические данные по всем диапазонам получены. Пизда, я понял, патроны кончились. Ну тогда в бой, ебать. Тут тоже патронов-то не так уж много. Еще чуть-чуть. С измерением торсионного поля почти все. Какой нахуй заклинило? В смысле пулемет, блядь? У него пулемет, блядь. Так, с работой здесь все. Пора выбираться. Твою мать! Я не сохранялся, блядь. Сука, зомбированный, блядь, с пулеметом. Вы чё? Как, блядь, я это играть должен? Вчера еще давай. А теперь под одной крышей живем. По
Окей, я понял, у меня есть возможность, значит, получить себе пулемет. Замер пошел. Гля, они, блядь, по чердаку ходят. Уровень альфа, бета и гамма излучения замерен. Клашисты. Электромагнитное поле сканируется. Сканирование электромагнитного поля закончено. Ёпта! Это чё за хуйня? Вам не кажется, что у вас дохуя там, ребят? Акустические данные зафиксированы по двум диапазонам. Акустические данные по всем диапазонам получены. Вы чё, блядь, алё? Бля. Пизда, да? Да, пизда. Сканирование торсионного поля закончено. Не, ну пизда. Так, с работой здесь все. Пора выбираться. Хоть к чертовой бабушке, но выбираться. Никуда вы нахуй не выбираетесь отсюда. Пока я не слутаю, блядь, свой пулемет. Опа, что-то поинтересней. Заебись. Вот он, пулемет мой, бля! Отошел нахуй. Где? Бля, он с грозой, блядь! Я думал, там пулеметище, ебаный рот. Неужто у грозы, блядь, звук такой? Да быть, блядь, не может. Блядь, ну, кстати, похож. Я как-то расстроился. АКМ, АКМ. ПММ. Обидно. Мужик, ты оружие-то спрячь. Иди нахуй, а. Все вопросы к главному.
Да ну типа, прикол просто в том, что у меня есть гроза, у меня нульцевая причем лежит, она мне нахуй не нужна. Мне почему-то показалось, все-таки там пулемет был изначально. Привет. Первый раз как минимум. Да-да, я слушаю. Да-да. Достижение научный сотрудник. Вот это, да. Вот это я понимаю. Бля, растение. Это к этому надо бежать, короче. К котловану. Ладно, чё, я думаю, всё на сегодня, ребят. Типа, буду подготовкой заниматься на следующем, наверное, стриме уже. Вот. Так что, вот так вот. Ай. А сейчас попожа, наверное, часиков... В 6, в 7 запущу майн, не знаю, либо ванилу, либо скайблок. Видно будет, короче. Нет, просто тут аудитория меньше 18 лет, а вся аудитория менее 18 лет чуть более расположена к Майнкрафту, вот и все. И из... самых популярных телефонных игр Майнкрафт самая популярная телефонная игра. То есть, ну, тут в любом случае, хоть так, хоть сяк, блядь. Да мне эти зрители-то особо, как бы, знаешь, типа, мне нужна своя определенная аудитория, а не аудитория именно майнкрафтовская, понимаешь? Мне самому некомфортно будет потом, блядь. Потому что, во-первых, я матершинник, типа, а Майнкрафт в омлете в основном это прям юноши-юноши, скажем так. Вот, и типа, ну, такое все. Ну, короче, ладно, видно будет. Вот, давайте, ладно, ребят, спасибо, что посидели. Да, да, ну, типа, блядь, мне 26 лет, какой нахуй вообще Майнкрафт может быть, начнем с этого. Но так как я действительно иногда поигрываю, конечно, да, типа можно постримить его. Я прекрасно понимаю, как здесь быстро раздуть себе канал можно. Это, блядь, на раз-два делается. Делается, как он там называется, групповой этот стрим, типа, блядь, когда можно через стрим присоединяться к игре. Запускаешь, блядь, Майнкрафт, я не знаю, на телефоне цепляешь вон джойстик. Джойстик у меня есть. Сидишь как с плойки, ёпта, играешь, нахуй. Люди к тебе заходят на этот, на стрим, подключаются к игре, и все, ебать, у тебя там народ миллион. Но, типа, это неинтересно. Интересно поднять аудиторию на том, что тебе самому интересно. Поэтому вот так. Давайте, ладно, до вечера, ребята.